прогулки сегодня с моим песиком Шариком. Забавным. Рада. Плохо. Вот это вот я прошел сейчас наш лагерь стан, который сейчас называется музей-комплекс. Здесь вот у нас молитвы совершаются летом. Вот распятие. Здесь могут ребятишки сидеть как на жердочках. На жердочках, вернее, как птенчики. Воробьи сидят там на проводах, на ветках. Видите, правда, большой. Вот я. Это я вышел к пруду Костровому. Костровый пруд. Вот здесь вот у нас костер. Тут еще снег лежал, сейчас уже подтаяло, ну шарик началось в него. Ладно, не буду тебя снимать, сейчас будет зарывать, там называется зарыл, имитация называется, кошка, да, настоящая, по-настоящему зарыла. Отворачивать от ветра. Ветер сильно, он будет потом все перебивать. Сплошной ветер будет. Звук. А вон чаечки сидят. Шарик стоит. Красавицы. Любят рыбку покушать. Сейчас вот оттаяло, может, гальянчиков ловят. Снег уже, который выпал вот недавно. Вчера, вчера. Уже почти сошел. Вон еще одна летит. Сюдыщая, да хвалит Господа. Вот она. Против ветра ей сложно подниматься. Сносит ее. О. Еще сейчас поток какой-нибудь поймает. И взлетит, куда ей надо, полетит в ней. Вот еще одна парит. А то они перед камерой красуются. О, красота какая. Шарик, не тяни меня. Такую красоту снимаю. Немножко прикрываю микрофон, чтобы ветер не перебивал. Ой-ой-ой, дверь какая. Дальше я, наверное, не пойду. Хотя надо бы заснять, конечно. Сейчас у меня тут сырая на лестнице. Сапоги. Так придется очищать их. Тут вот чьи-то следы есть. Кто-то ходил, может, батюшка проведем. Ой, это надо было утром идти, конечно.
Ну что сказать, в принципе, неплохо тут. Так, немножко подтекает, а с носовой части так хорошо держится все. Вот это один из прудов, где хорошо так еще подтаяло. А в остальных прудах еще там лед стоит. Вот это мне нравится, вот когда тут начинает все зеленеть, наши ветлы, которые мы с братом видали с одним Калинниковым. Вот. Никита тут тоже помогал одно время Калинниковым. Очень роща вырастает, выросла вернее. Слава Богу за все. Аллилуйя.